Так, мы начали с разминки. We'll be right back.
Ну, такая импровизационная тренировочка. Сначала с разминкой разогрева, потом идет сплит с последовательных занятий. Бицепс, трицепс, ноги. И заканчиваем легкой растяжкой мышц, чтобы не забивались связки, мышцы. И, в принципе, для начинающего, если регулярно делать ее 2-3 раза в неделю, это даст какой-то результат в дальнейшем изучении новых каких-то элементов гимнастики.